Смотрите, как понять, э, ну многие же э, воцеркленные люди говорят, что типа вот это от Бога, я чувствую, что я делаю от Бога, я слышу голос Бога, как вот, ну и дьявол в то же время, да, говорит людям, как отличить, э, что это Бог говорит, а не дьявол. Ну, самый простой вопрос, то, все, что по плоти, то, что тебе угодно, плоть, как понять, да? Ну, то есть вот, все просто, если тебя это смиряет. Если это против твоей плоти, если это эгоизм твой глушит, если это гордыню твою долбит, это от Бога. А если как бы это тебе дает в наслаждение, в плоть только, понимаешь, потешить свое самолюбие, как бы на, накормить как бы свою гордыню, свой эгоизм там и так далее, ну это не от Бога. Это вот самый простой ответ. А если рассуждать про то что ну как бы как слышать голос бога и так далее это ну, ну это целый э, целый курс надо про это записывать вот, это надо иметь определенное мышление потому что вот э, люди написано не пустили бога в свой разум ну не пустили бога в свой разум но разум разум это поле битвы и поле сражения потому что в чем Суть Бога и суть дьявола, да? То есть дьявол его фишка, что он херувим осеняющий. И многие люди, как бы, они подвержены. Что значит осенять? Это не не пожевать сена, осенять. Осенять это значит подкинуть мысль, У -у -у. дать мысль, подкинуть откровение. То есть что делает дьявол? А мы должны знать нашего противника. Он берет такой, пук, тебе мыслишку такую. А что как бы? В помолвке целоваться можно. Ну все, к примеру. Там, или, а что? Да бери из ящика, вот тут немножечко же ты берешь. Потом там, так что нафиг тебе молиться? Ты же и так верующий. И понимаешь, то есть задача дьявола, он как бы в твою реальность закидывает семя, и мы уже дальше как бы, либо мы выращиваем это внутри себя или нет. И то же самое Бог, Бог то же самое. Он, он, он же тоже не, не... То есть многие думают, говорят, дьявол ворвался в мою жизнь, там, или Бог ворвался в мою жизнь. Что Бог, что дьявол, это, духо, ну, это, это дух по факту. Да? И, конечно, я их не сравниваю ни в коем случае, потому что Бог великий, а дьявол маленький. Да? Но у дьявола есть это способность. Также и Бог, он, он тоже... Ну, как бы он подкидывает откровение. Все. И дальше наш разум, это место как бы настоящего сражения, то есть там происходит самая главная война, и там происходит война за души людей. Вот, поэтому, ну, не полагайся на разум свой, потому что в разуме как бы большие проблемы. Но почему все происходит в жизни, потому что люди Бога не пускают в свой разум, в свое мышление, они не дают ему там место. Из-за этого кто-то стал лесбиянками, кто-то стал ЛГБТ, кто-то э, стал трансвеститом и так далее. Люди и предал их Бог превратному уму. Потому что что такое превратный ум? Превратный ум – это ум, где нет Бога. Вы скажете, что Бог же везде. Нет Бога. То же самое, как, бы, как понять, что, что такое ад. Ад – это Бог везде. Но ад – это место, где меньше всего Бога. И у тебя в разуме, в твоем, может быть ад. Вот и все. И здесь что нужно понять, да? Как там слышать Бога и так далее? Сначала его надо, во-первых, пустить в свое сердце, а потом в свой разум. И основные моменты, они будут дальше. Там, слово Божие надо читать. Потому что Слово Божье, оно обоюдо, как бы, обоюдо острый, как обоюдо острый меч. Это состояние разделение мозгов. Если ты Слово Божье читаешь, Слово Божье, оно у тебя, ну, как бы, рассекает, понимаешь, отделяет. Что такое составов и мозгов? То есть ты как бы у тебя происходит отделение, как бы левого и правого, понимаешь. Паразитарных каких-то, знаешь, ну вот знаешь, как аппендикс отрезают, да. Вот Слово Божье также в твоем мышлении, в твоих мозгах, оно отрезает ненужные гнилые деревья, потому что, ну, нейронные связи, они как деревья. То есть тебя обрезает. Ты такой блудить! У тебя раньше был, был там блуд, понимаешь? У тебя Слово Божье пришло, обрезало, да. У тебя там. Курить было, да? Я помню, я раньше вообще, прикинь, говорил и думал всегда, что я вообще никогда в жизни курить не брошу. Я просто говорю, я всем говорил, я люблю курить. Я это уже как-то рассказывал, да, я там. Я всегда хотел бросить, но всегда курил. Ну, как бы, знаешь, вот, как Марк Твен говорил, легко бросить курить, я делал это тысячи раз, да. То есть я как бы тоже как только не бросал, как бы, то есть, понимаешь. Но потом, просто в один момент, я уверовал, пришел бог, как бы я услышал Бога, и Бог мне ну, просто взял, и... и, как будто у меня внутри, в моем разуме, был, было, был такой, ну, как бы, узел, да, узел, который, как бы, короче, хотел курить. Это же, ну вот по факту это так, мы многие не догоняем. Но Слово Божье, которое живо и действенно, оно как бы обрезало, как бы это, это как вот мы занимаемся обрезкой, да, санитарная обрезка, а есть валка, деревьев, то есть все, валка, еще и корень потом выкорчевываем, а потом это место засыпаем и там новое дерево садим, вот то же самое с Богом, Шк, слово Божье обрезало, выкорчевало Еремея 1.10, созидали, насаждали, дальше насаждается туда мышление царства, и ты уже такое говоришь, я сын царя буду курить, это вообще грех и мерзость, это вообще не царское дело, и это не про гордость как бы, да, это совершенно про другую историю. Что я буду там с, якшатся, с кем попала? Как бы, да? Ну если я сын царя, если я дочь царя, вот. мне если дочь царя, то мне нужен минимум сын царя. сын царя, потому что не может, это только в сказках принцесса и свинопас, как бы. или принц и кто она там, Золушка, угу. не бывает такого, то есть принцессы женятся только на принце, замуж выходит, а Принц женится только на принцессе, угу. по-другому никак. Все остальное это сказка, которая заканчивается тем, что тыква разрушается, точнее не тыква, а карета. карета <laughs> тыква решается. остается, как бы, понимаешь? Да и тыква тоже потом сгнивает и разрушается, как вот такие вот э, тандемы. Понятно. Еще один вопрос: если есть Бог, то почему? Ты не дай Бог. <свят> <свят> Нет, если есть Бог, то почему рождаются дети, которые уже там, ну, больны чем-то, или там умирают они потом впоследствии? Вот в козырей заходишь, <свят> <что ли>? ну, <свят> <свят> а есть место, да? Почему родился э, в Библии вот этот, ну, там, парень слепой, он по-моему был или глухой, уж не помню, ну, в общем, какой-то весь больной. <свят> Ну чтобы Иисус явил там. Иисус силу свою. и его спрашивают, почему это угу. произошло? Он согрешил или родители согрешили? Почему угу. он это спрашивает? Потому что у них да и вообще и у нас как бы да, что есть такое понимание, это родовое проклятие. Ну то есть это когда э, дети отвечают за вину отцов их там до четвертого колена, колена, да, а благословляется наоборот до тысячного рода. И вот здесь его спрашивают, и он говорит: смотрите, нет, не поэтому. Потому что чтобы была явлена слава Божья. Да? И я знаю много историй, что э, вообще давайте начнем с того, что Бог Он вообще по-другому смотрит. Ну, то есть вот мы привыкли мерить все материальными моментами. Ну, то есть, типа, Я вот там некрасивая, да. Или там человек больной, ребенок больной. Или вот у нас, допустим, наша ситуация, да, у нас родился ребенок, еле живой а можно сказать, мертвый, да, и Бог его воскресил. Мы такие, аллилуйя, ну, как бы, да, слава Богу. Потом у нас родилась дочь, да, и опять Кесарева, как бы там сложные роды как бы такие были. Потом мы потеряли два раза детей, а потом у нас родился пятый ребенок. И вот здесь, ну, понимаешь, какая-то, блин. Ну, Че к чему? Ну, типа, ну мы же верующие, мы же служим, короче, мы же там еще что-то. И мы такие сидим, помню, там на вот третьем ребенке, вот на этом, когда мы теряли, да. То есть у меня там жена плачет, я вообще там как бы понять ничего не могу. Знаешь, я там весь на вдохновении, у меня там Бог детей воскрешает, а тут раз, как бы, и, и потеря. О, ну, то есть там выкидыш. Мы такие, ну ладно, пережили все, там, знаешь, как бы аллилуйя, как бы, назвали ребенка, короче, как бы там. Все, вот он, аллилуйя, следующий. Такая же тема. И потом пятый рождается. Вот вообще как тут понять? Как тут как бы, ну, где тут Бог, где тут не Бог, не дай Бог как бы. Ну, мы что поняли для себя, да? Мы для себя поняли, что ну да, это наша боль, это наша борьба, надо было Кате где-то измениться, мне где-то измениться, да, и мы уже вот на четвертом ребенке, мы обнялись, помолились, купили кофе, тогда еще в работающей, в работающем Старбаксе, как бы, понимаешь, и попили кофе, сидя в машине, ну как бы, ну вот так, сэляви, ну как бы, такая жизнь, это что, мы не должны стать христианами, или мы должны сейчас разочароваться в Боге, или мы должны сказать, нет, Бога не существует. Наверное, это все ошибка. Вот. Потому что, как бы, ну, вот что-то как-то несправедливо с нами обошлись. Нет, как бы, ну, мы начали дальше жить, служить. И мы для себя что поняли? Что у нас пять детей. Мы даже сейчас с детям так говорим, мы их назвали там Лука, Дорофея. Кто-то говорит: да вы гоните, как бы. Мы говорим: ну подождите. Очи твои видели зародыш мой, если это был зародыш, значит это ребенок, значит это душа. Ну то есть, потому что когда зародыш ну, возникает, душа как бы человеческая возникает. Это что значит, если мы верующие люди, мы верим в Иисуса Христа и мы понимаем, что а, эти дети как бы они были нам даны, да, мы их не увидим, значит мы их увидим на небе. Вот вот, вот у нас сейчас по факту с Катей пять детей, ну хотя бы по факту три. Вот и все, значит есть Лука и Дорофея. Ну, мальчик и девочка как бы, да, с которыми мы встретимся как бы, на небе вот. вот и все потом там есть один там мой знакомый да он вообще ехал за рулем и у него дочка погибла он был виноват ну, то есть, вот, его дочка она сидела на переднем сидении из-за того что он нарушил правила дочка погибла и он потом мне рассказывал, да, там у них сложная ситуация в семье тоже была, но ну, у них много детей, там, и у них два ребенка они вообще потеряли. Один погиб, а один умер от болезни. Ну, тоже дочка, две дочки. И он рассказывал, что там через много лет он, он, там у него было то ли видение, то ли сон, и он на небе оказался, и, и на небе к нему бежит девчонка. И она к нему подбегает, это его дочка, он ее уже забыл. Ну, знаешь, прошло много лет, там 20-25 лет, а он забыл, как она выглядит. И он у нее спрашивает, говорит, а, точнее не спрашивает, а он говорит, мне так стыдно, говорит, ну, что я ее забыл. Она подбегает, говорит, папа, папа, ты, говорит, не переживай, мы здесь за вами смотрим. Вот, понимаете, и здесь тоже вопрос, что Бог, он не мыслит, мы живем вот в нашем хроносе, вот в этом, во времени, 80-70 лет, мы вот живем вот этим, почему дети умирают, почему то, почему войны происходят, что? Бог, он мерит рамками души, он говорит, не бойтесь того, кто может вам это сделать, бойтесь того, кто душе вашей может повредить. Понимаешь? Ну, то есть, что? Ну, за душу переживайте. И когда ребенок понимает, ну, душа, ну, это вопрос вечности. Это да, то же самое с болезнями. Почему, как бы, почему я э, там, узнал в 40 с небольшим лет, что у меня там диабет второго типа? Вот по всем показателям моей жизни, безгрешной, понимаешь, я должен, короче, как бы, быть вообще здоров, как бы, и прям вот уснуть, как бы, в 90, там, или во сколько, в 120 лет, да, вот, уснуть, закрыть глаза, открыть и уже на небе, то есть, понимаешь, даже не умирать, вот. Но эти вещи, они происходят, а почему? Потому что, как бы, там, вообще бывает не потому что, а зачем. Вот навсегда надо вопрос задавать, зачем, 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 вот. зачем. Часто я знаю истории, что дети приходят на определенный короткий момент и для того, чтобы люди научились, инвалиды какие-то, чтобы люди научились любить вообще. Если бы не этот ребенок, они, может быть, вообще никогда бы и к Богу не пришли, понимаешь, и не спаслись. Или пример нашей вот там бабули, одной из там бабулей, которых у нас были там у моей Кати. Вот она, понимаешь, курила как бы там, мы ей проповедовали Евангелие, она вот так вот дым на меня вдувало просто. Такая, я тебя курицу не учат там. Мы там, знаешь, бабушка, тебе надо покаяться, там бросай курить, как бы она там папиросы, там просто у нее вся хата прокурена, короче, там. И рак четвертой степени. Пальцы на ногах отмерли. Ну, просто ну, как бы отваливаться начали, посинели, как бы, да, от этого. То есть три месяца, как бы, через три месяца она умерла в хосписе, но на второй месяц, когда она болела, она, она просто меня вызвала, как бы, понимаешь, говорила, неси свою Библию, она мне говорила вот так, все, и она исповедовалась там мне, как бы, исповедовалась батюшке православному, она просто всем, кому могла, исповедовалась, как бы, понимаешь, вот и мы там за нее молились и так далее, и она не исцелилась, эта бабушка. Но она на небе. И когда я... Это один из немногих мертвых людей, которых я видел, потому что я вообще не очень вот эту ну, тему люблю с покойниками. Знаешь, потому что я не понимаю смысла в этом, ну, скафандре уже просто, да, это как знаешь, ну вот просто вот ну, тряпка какая-то. Я на нее смотрел и прям мне Бог сказал, как бы, смотри, вот как бы это не она. Ну, то есть, вот там в гробу она лежала, как бы, то есть, это, говорит, не она вообще, а она, как бы, то есть, вот у меня сейчас. Почему? Потому что она <laughs> прожила бездарную жизнь, бабуля, богохульническую, но у нее появилась, есть болезнь к жизни, есть к смерти, а есть к вечной жизни. Вот у нее была болезнь к вечной жизни, вот, поэтому мы не знаем, он говорит... Ребята, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Хочешь сойти с ума? Верный способ. Первое – это понять женщину. Второе – это понять Бога. Ну, даже я хочу сказать, первый, возможно, более сложно. <ст bats> <с> <рек comunidad> Мы, кстати, в эту историю более подробно рассказывали про вашего знакомого на подкасте. Помните? Вот, если интересно, можно... Да, можно, да, здесь будет ссылка как бы на подкаст, можете посмотреть. Да, все. Спасибо. Друзья, я хочу пригласить вас на программу мышления царства». Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача – переключить ваше мышление с состояния убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе, найдете рычаги для роста и масштабирования, разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей, она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым, а также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более тысячи людей прошли наше обучение и кратно выросли в доходе, нашли свое призвание и умножились в бизнесе и служении. Я решил подарить вам доступ к одному из уроков мышления царства. Посмотрите его, и тогда многое в вашем мышлении и бизнесе изменится. Ссылка в описании.